Всем салют! С вами снова канал OZ Games, и мы продолжаем проходить The Evil Within 2. Значит, по заданию у нас нужно добраться до последнего сигнала, уничтожить картину, чтобы попасть в театр. И этот деятель Сайкс дал нам задание активировать сервер в сети. После этого он нам откроет доступ к неким припасам, которые пока закрыты. Ну, погнали. Начнем, наверное, с сервера. А потом уже отправимся по основному заданию. Чё там на улице? Явно кто-то шарится. Да. Давайте посмотрим, в какую сторону нам двигаться. Куда-то туда. Тут наверняка опять куча наплодилась всяких уродов. Вот, припасы надо взять. То запчастей вообще нету. Чё это? Снайперка, что ли? Эх, блин, облом. Аптечка. А так, счастье было близко. Кругом сплошные сигналы. Теперь надо куда-то левее идти. Туда, что ли? О, горят. А кто их поджег, интересно? Так, точка резонанса. Это я по сюжету пришел, видимо, да? Ну-ка. Да нет. Давайте посмотрим тогда. Части тел соединяются в монстра. Ну, конечно. Почему мы здесь? Это не уже вряд ли чем-то можно тут удивить. Это не повторится. Я сожгу их, пока они не обратились. Погодите. Это рука там дернулась. Черт! Нет! О боже! Ну, никто не вылезет, я надеюсь. Этот объектив следит за нами, явно. Тихо, тихо, тихо. На двери замок. Был бы у меня ключ, я бы открыл. Ну все, попадало опять. Валите вы нахрен от меня. Жердяй тут еще. Так, нам что, надо в эту будку, которая закрыта? Нет. Нам куда-то дальше надо. Видимо, вот сюда.
Так, давайте подлечимся. И возьмем аптечку. Ну, погнали, что делать. Да, тут один единственный стол. Вот, мы попали в производственные помещения. Что с картой? Да, точно, нам сюда надо было идти. Охо-хо-хо-хо. Опять сражаться с этой белой гадостью. В этот раз, я думаю, нас так просто не отпустят оттуда. Придется ее валить. Восстановим здоровье по максимуму и пойдем. Так, с патронами, конечно, дела не очень обстоят. Поделилась бы патрончиками, подруга. Эх, ладно, придется идти так. С помощью коммуникатора найдите оставшееся произведение. Это имеется в виду картина. Но это нам нужно выходить из сети. Поэтому на это задание пока обращать внимание не будем. Пойдем вот сюда. Нам куда-то направо. Да, вот здесь бы пройти, но нет. Облом. Так, детальки. Правильно я иду? Ну да. Надо направо за этой дверью. Но тут нас наверняка тепло встретят. Хм, что, все так просто? Вроде получилось. Теперь назад к Сайксу. Да, но там за дверью кто-то прошел. Это я точно видел.
О, нормально так насыпали. Патроны. Все по максимуму, да? Да, прям ждет тут. Да, через дверь мне не достать. Они сами двери умеют открывать. Вот это нежданчик. Да сдохнешь ты уже и топор отдай. Как дверь закрыть? По-моему, это еще не все. Нет, все, отлично. Что-то из этого ничего не выпало. Я имею в виду гель. А, ну-ка, топорик тоже пригодится. Типа нам дадут сейчас так просто уйти отсюда, да? Жрать меня не надо, подруга. Отвянь. Топор по максимуму. Кто тут еще вякает? Ты что ли? Тут никто не вылез? Да, вроде нет. Эта дверь по-прежнему закрыта. Ладно, с этой задачей мы справились. Кофе еще не наготовился. Пошли уже обратно к Сайксу и потом отправимся на основное задание. В принципе, это было несложно.
Так, надо сориентироваться, в какую сторону нам идти. Угу, куда-то правее. Пригодится. Что там валяется? Патроны по максимуму, ладно. Сайкс, дружище, я вернулся. Давай ништяки свои отдавай. Сервер подключен. Да, я уже вошел. Отпер все контейнеры с припасами, как и обещал. Попробуй открыть вон тот. Угу. Что ж тут такое будет? Хлам какой-нибудь, наверное, ну точно. Семьдесят пять деталей оружия. Пистолет с глушителем, вот это неплохо. Полуавтоматический пистолет с глушаком, который подавляет звук выстрела, но при этом снижает наносимый урон. Если применять с осторожностью, можно отстреливать отбившихся от группы врагов. Прикольно. Ладно, это нам пригодится явно. А теперь пошли по основному заданию. 50 метров. И нам куда-то туда. Ладно. Вот здесь уже будет посложнее. Нет прохода. Господи, какой же мерзкий звук там, а? Так, ну где-то здесь, наверное, да? Отель Обитель. Ну, похоже, что сюда. Как тут уютно, пока что. Да, аптечки, патроны. Я догадываюсь, что нас сейчас ждет. Наверное, надо сразу брать дробаш. Вот она, вторая картина. Покончим с этим. Ну, естественно, дверь закрылась. Нужен ключик.
Там обскуры, что ли, опять? Эх. Чё ж разработчики не могли разных монстров нарисовать? Одних и тех же пихают. Ух ты. Сейчас придется много бегать и стрелять в объектив. Вот и ключик. Отлично. Теперь смогу подобраться к его инсталляции. Ну да. Не думаю, что это будет так просто. Может, удастся проскочить? Ага, задача. Да, ясно. Скочил. Интересно, ее надо обязательно завалить или можно сбежать? Закрыто, я понял. Три патрона для дробаша осталось. Где эта собака? Давай, вылезай. Где ты там? Ага. Попалась. Тихо. Черт. Сейчас будет уже сложнее. Ну где ты там? Фотоаппаратик. Неприятно. Так, надо подхилиться. Все, слегла. Я все-таки успел в нее попасть. Ну окей, как-то так. Что я тут еще могу взять? Все. Погнали открывать. Есть. Надеюсь, меня хоть на время оставят в покое. Наивный парень. Тут сейчас тоже какие-нибудь ловушки будут. Ну, естественно. То же самое. Понятно. Блин. Вот там есть. Можно проскочить. Черт, здесь закрыто. Ну, вот это единственный подход получается, да? Твою дивизию. Отхватил. Вот, отлично.
Еще одно творение уничтожено. Пойдите в театр. С обоими шедеврами покончено. Должно сработать. Вернусь к театру и попробую попасть внутрь. Ну, погнали. Что у нас с припасами? Со здоровьем беда. Давайте восстановимся. С патронами тоже не очень. Да, тут завалы. Не нравится мне эта штука. Давайте зайдем в убежище, сохранимся и боезапас надо пополнить. В театре нас наверняка ждет теплый прием. Разговаривать с ним бесполезно. Пусто, ну блин. Такс, и тут надо два патрончика. Даже три. Хорошо. Ну, надо тоже сделать. Чтоб лишний раз не бегать. Да, 240. Плюс 30%. Ладно, сойдет. И у нас с обскурой выпало много геля. Давайте посмотрим, что мы можем прокачать. Не волнуйтесь, детектив. Это совсем не больно. Пятьсот пятьдесят у нас геля. Атаки ближнего боя, в том числе удары ножом и топором, наносят больше урона. Хочу. Пинок позволяет отбрасывать от себя оглушенных врагов. Не действует на определенных. Ну понятно. Твердая рука 2. Дополнительно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Пойдет. Стойка стрелка уменьшает отдачу при стрельбе. Здесь уже не хватает. Пинок. Нужен ли он мне? Давайте, пригодится. О, еще и пробел. Понятно. 1550 осталось. Все. Больше мы тут ничего сделать не сможем. Погнали в театр.
Ну все, я готов. Пошли к этому маньяку-фотографу. Но вряд ли нам позволят его сейчас завалить. Потому что мы еще даже пол игры с вами не прошли. Так-с, где театр-то? Ну-ка. Ага, направо. Туда, что ли? Тут сейчас может зацепить. Причем нехило так зацепило. Давайте обойдем. Вот эта куча может встать. И как тут проходить? Ага, ну дальше надо, видимо. Наконец-то мы добрались до театра. Красота. Нас без билетика пустят? На всякий случай. Он должен быть где-то здесь. Глава 8. Премьера. Отлично. Ты посмел уничтожить творение моих рук? Думаешь, я тебе подчинюсь? Ты такой же, как они. Думаешь, что сможешь вылепить из меня что-то другое? То, что они здесь создали... просто великолепно. Но все впустую. Потому что у них нет воображения. Потому что они не художники. Они хотят меня контролировать, манипулировать мной. Ты хочешь меня остановить. Но ты проиграл. Потому что силой ядра я смогу творить вечно. Насколько я понял, нам нужно только, чтобы она увидела, что отец жив. И это может все изменить. Ну, пошли наверх. Еще выше можно подняться. Это на максимуме. Нам сюда, наверное. Да. Сначала сюда заглянем. Сигнал какой-то. Ага. Ну-ка. Это то, чего я ждал всю свою жизнь. Это
недалеких и самодовольных критиков. Никаких насмешек со стороны необразованных неофитов. Никакого отрицания со стороны простолюдинов. Наконец-то я могу стать самим собой, настоящим художником. И в моем распоряжении величайший холст всех времен. Мир наконец услышит имя Стефано Валентини и замрет в восхищении. Вот больной ублюдок. Я ж с дробашом был. Много народу. Что он творит с этими людьми? Не трогай ты. Хорошая была погоня. Но, увы, всему хорошему однажды приходит конец. Девочка, где она? Ты молодец, далеко зашел. Если бы упорство было видом искусства, ты был бы маэстро. Может, и не Микеланджело, но по меньшей мере Ван Гог. Хватит этой болтовни! Где она? Ядро в безопасности со мной. И я забрал ее по его приказу. Но когда осознал, насколько она сильна, как же я мог с ней расстаться? То, что я делаю, выходит далеко за рамки простой личной выгоды. Он не смог бы этого понять. Он? Кто это он? Это не важно. Его уже скоро не станет. Моя же работа продолжится. У Пикассо был голубой период, а у меня сейчас начинается багровый. Черт! Нет, хватит! Узри мое новейшее творение. Нет! Как красиво! Букет из плоти и крови! Чокнутый ублюдок! Возможно ли создать что-то прекраснее? Но я постараюсь. Ее страх всегда меня вдохновляет. Что так не возбуждает фантазию, как надругательство над невинностью? Опять свалил. Ты ее не получишь. Тебе ее сила ни к чему. Ты неразумный неандерталец. В твоих руках она бесполезна. Ну, держись, сволочь. Thank you.
опасно. Да. Твою же мать. Надо проходить так, чтобы глаз не спалил. Ясно. Сначала пойдем за колонну. Теперь сюда. Да, дальше, наверх, наверное, да? Давайте метнемся за патронами по максимуму. Ну да, мне ж не удалось из дробаша выстрелить, точно. Ну, в принципе, я мог успеть. Давай ты проваливай отсюда. О-о. Нет, ничего страшного. Проскочил. Ой-ой-ой-ой. Ты ничего не видел. Что еще? А, он дальше уже не... Нет, смотрит, зараза. Так, теперь что? Все поменялось. Где он? Части какие-то. Так. О-о. А тут долго бежать. Нет, 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 ты меня не видел. Тут есть укрытие. Хорошо. Давай, проваливай отсюда. А, не та кнопка. Успел. Да, толку от этого. Да, прорвались. Так, ладно, куда же ты делся? Путь один. Угу.
где это мы? Красный гель, отлично. Гвоздики. Опять вернулись в этот дом, где были в начале. Иди сюда, я тебя жду. Моя следующая работа будет потрясающей. Mm-hmm. Полное поглощение ее сил, подчинение ее воле. Это будет искусство в его высшем выражении. Но какой смысл в искусстве, если нет публики? Так что для настоящего шедевра ты мне тоже нужен. Нет уж, это вряд ли. Он слепил нового монстра. Что за чучело там сидит? Аптечки по максимуму, хорошо. Эх, погнали. Давай, покажи, на что способен. Себастьян Кастелланос. Имя нашего героя. Хватит игр. Хватит игр. Согласен. Ты ведь мне уже поднадоел. Твоя смерть станет шедевром. Осталось только подписать его. Чёрт! Ты уже начал надоедать мне. Это мы только начали. Что ты не видишь? Все, хватит с меня. Сейчас ты умрёшь! А, еще и от глаза надо прятаться теперь. Ё-моё. Я с тобой разберусь. Сколько ты еще продержишься? Тебе хватит. Патроны. Ты должен страдать ради искусства! Нифига ты борзый парень. Да ё-моё, как же увалить-то? Давайте-ка возьмем, пожалуй, автоматический пистолет. Сколько ты еще продержишься? Хватит бегать, твоя смерть неотвратима! Я тебя мокрого места не оставлю! Я сам с тобой разберусь.
Да ёлы-палы, столько патронов всадил. Мне надоело. Нет смысла бегать. Композиция. Обыватель. Да. Не просто. Сколько ты еще продержишься? От меня не спрячешься. Где он? Сейчас ты умрешь. Да блин. Как же его болит-то? Опа, готов. Я выжил. Надо же. Значит, он не главный говнюк в игре. Коль мы его завалили. 8 глава из 17. Я ведь столько еще не успел. Ты уничтожил мое наследие. Посмотри, ты сделал шедевр из меня самого. Надо запечатлеть. Жаль, камеры нет. Куда она делась? Слишком много разговариваешь. Для покойника. Или это еще не все? Еще успею. Сделать один снимок. Не бойся, солнышко. Это я. Папа. Нет, ты не он. Папа умер. Малыш, тебе так сказали. Но это неправда. Лили, прошу тебя. Выходи, Лили. Не нужно прятаться. Иди к маме, Лили. Я тебя защищу. Вот это поворот. Убирайся. Ты ее не получишь. Я же говорил, что эта белая дрянь нас не отпустит. Лили! Я буду снаружи на связи, а кое-кто будет с тобой там, внутри. Кидман. Она знала о мире.
Черт. Глава 9. Новое зло. Тут все поменялось. Что это? Где зеркало? Так, ну ладно, друзья, давайте на этом серию закончим. Продолжим следующий. С вами был канал OZ Games. Счастливо, пока.